ИКАР-ЛТД – промышленное предприятие, осуществляющее полный цикл производства комплектующих для автопромышленности. От разработки до поставки на конвейеры автозаводов КАМАЗ, Урал, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, компании Ростсельмаш и других. Созданная структура компании позволяет полностью контролировать качество выпускаемых деталей на всех этапах производства, а также внедрять современные прогрессивные технологии. В своей основе предприятие имеет конструкторско-технологический отдел для проектирования изделий и технологической оснастки на основе математического моделирования, производство изделий из интегрального пенополиуретана, механообрабатывающее и инструментальное подразделение, отдел технического контроля и качества продукции. ООО «ИКАР ЛТД» создано в 1995 году. С 1998 года начались первые поставки на конвейер КАМАЗа. В настоящее время годовой объем поставок заказчикам составляет ориентировочно 150 тысяч рулевых колес различных модификаций, 15 тысяч панелей приборов, 200 тысяч элементов деталей интерьера автомобилей. Одной из важных структур предприятия является конструкторско-технологический отдел, дающий возможность расширять спектр выпускаемой продукции и ее быструю и качественную модернизацию. В работе широко применяются системы автоматизированного проектирования с использованием трехмерного моделирования, системы анализа отклонений. Постоянно ведется модернизация выпускаемых и разработка новых изделий, таких как рулевые колеса для отечественной автомобильной промышленности, панели приборов для большегрузных автомобилей, подголовников, поручней и других элементов интерьера кабины. За время существования отдела разработано и освоено производство более 10 моделей и модификаций рулевых колес для магистральных и городских автомобилей семейств КАМАЗ, ГАЗель, Соболь, УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, Урал, ЗИЛ, общественного транспорта и других. Рулевые колеса с покрытием из интегрального пенополиуретана приятные на ощупь, позволяют обеспечить надежный захват, а также имеют отличную стойкость к истиранию, свойства, которые связаны с уплотненной внешней поверхностью пены. С января 2001 года начаты серийные поставки рулевых колес «Батыр» на конвейер КАМАЗа. Этому предшествовало почти два года плодотворного сотрудничества с НТЦ ПАО «КАМАЗ» по проработке дизайна внешнего вида, конструкции каркаса для увеличения его надежности. Проведены прочностные расчеты и испытания на стендах, оптимизация технологии изготовления, что позволило также заметно расширить модельный ряд рулей. За десяток лет серийного производства изготовлено и отправлено более 500 тысяч рулевых колес «Батыр». Разработка конструкторским отделом панелей приборов, обивки двери на большегрузные автомобили, деталей интерьера кабины с последующим проектированием оснастки для их изготовления играет огромную роль в увеличении ассортимента выпускаемой продукции предприятия. Проведение исследовательских и экспериментальных работ повышает потребительские качества и надежность изделий, уровень их технологичности и экологичности, снижение себестоимости, трудоемкости и материалоемкости. Накоплен огромный опыт в области технологии сопряжения деталей различных материалов. Более 10 лет назад на автомобиль КАМАЗ было впервые установлено рулевое колесо производства ИКАР ЛТД. Многолетний опыт производства рулевых колес позволяет в короткие сроки осваивать выпуск новых изделий на все виды автотранспортных средств с учетом требований технической эстетики и использования наиболее экономичных технологий. Цикл производства рулевого колеса начинается с его дизайна, результат которого инженер-конструктор превращает в трехмерную модель при помощи современных программ. Основу изделия составляет металлический каркас, сварной либо литой, из алюминиево-магниевого сплава. Каркас, в свою очередь, разделен на ступицу, силовую спицу и обод. Именно эти элементы обеспечивают прочностные характеристики руля.
Проектирование структуры колеса включает в себя также и моделирование электронных компонентов рулевого управления. После утверждения концепции макета прототипа у заказчика, проект передается специалисту для проектирования оснастки, необходимой для производства руля, пресс-форм, штампов и других элементов. При разработке учитывается весь опыт предприятия по сопряжению различных по составу материалов готового изделия и испытания, соответствующие различным условиям эксплуатации, включая экстремальные. После окончания проектирования изготавливается опытно-промышленная партия для проверки эксплуатационных характеристик и устранения замечаний. Производство включает в себя изготовление ободя из стального квадратного проката на специализированном оборудовании, обработку штампованной спицы и присоединительной ступицы, которые в дальнейшем свариваются в среде сварочных газовых смесей с применением роботизированного комплекса на основе промышленного робота «Фанук». После прохождения проверки качества соединений готовый силовой каркас руля поступает в цех заливки. Заливочный комплекс по производству рулевых колес с использованием интегрального пенополиуретана включает в себя дозирующую реакционную машину высокого давления «Хеннеке» с использованием специализированных комплектов формообразующей оснастки, установленных на унифицированных формоносителях. Комплекс способен производить переработку интегральных полиуретановых систем марок Biflex, Bayer Германия, Spetsflex, Dow Италия и Elastofoam, BASF Германия. Все технологические операции соответствуют техпроцессу, разработанному на ООО «Икар ЛТД» и контролируются в автоматическом режиме. В дальнейшем полученное изделие подвергается ручной обрезке облоя для устранения технологических излишков. Конечный контроль качества и складирование готовой продукции завершает процесс изготовления рулевых колес перед отправкой заказчику. В 2007 году специалистами предприятия был разработан и внедрен в производство интерьер кабины большегрузного автомобиля «КамАЗ». По настоящее время ООО «Икар ЛТД» является основным поставщиком панели приборов и деталей интерьера для конвейера Камского автозавода. Панель приборов и детали интерьера рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях при температуре от минус 50 градусов до плюс 80. Для их производства используется жесткий интегральный пенополиуретан марки Байдур СТР, специально предназначенный для изготовления облицовочных элементов всех видов автотранспортных средств. На данный момент ООО «Икар ЛТД» производит различные варианты панели приборов для всего семейства автомобилей «КамАЗ» и проводит проектно-конструкторские работы для других автопроизводителей. Облицовочно-силовой корпус панели приборов включает в себя детали из жесткого интегрального пенополиуретана со стеклонаполнителем, а также различные детали из композиционных материалов, собранных на металлическом каркасе с обеспечением необходимой подвижности узлов. Изделия обладают хорошей термостойкостью, высокой механической прочностью в сочетании с низким весом, что способствует повышению безопасности пассажиров. Технология с применением пенополиуретанов марки Байдур СТР позволяет интегрировать в систему крепежные элементы, облицовывать различными декоративными материалами, поддерживать высокую стабильность размеров, выполнять сложные обводы и контуры. Процесс изготовления приборных панелей и других интерьерных элементов автомобилей осуществляется на формоносителе карусельного типа разработки ООО «Икар ЛТД» с использованием реакционных дозирующих машин высокого давления «Топлайн» и промышленных роботов «Фанук». Формоноситель включает в себя пресс-формы для изготовления автомобильных панелей и других интерьерных элементов в едином моноблоке, что значительно позволяет ускорить, стандартизировать и автоматизировать весь цикл изготовления. При проектировании обивки двери, ручек и других интерьерных элементов кабины автомобиля также применяется трехмерное компьютерное моделирование, что обеспечивает точность изготовления при последующей разработке оснастки в той же среде. Большинство деталей, такие как ручки, подлокотники, имеют элементы жесткости в виде металлических каркасов, которые покрываются интегральным полиуретаном на установках «Хеннеке», адаптированных к соответствующей оснастке. Небольшие детали изготавливаются аналогично рулевым колесам в статичных пресс-формах, крупногабаритные — на роторно-конвейерной линии собственной разработки.
Для доводки до уровня законченного изделия, например, обивки двери, используется программируемая установка гидроабразивной резки «Бёллер» производства Австрии, выполняющая в автоматическом режиме технологические отверстия с высокой точностью. В состав ООО «ИКАР ЛТД» входит производственный участок по изготовлению информационных табличек и декоративных знаков. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя информационные таблички, декоративные знаки, эмблемы, лицевые панели, шкалы для автомобильных комбинаций приборов, цветографические схемы спецавтомобилей, конвертинг рулонных и листовых материалов. Неотъемлемую часть в эксплуатации автотранспорта занимают информационные и технологические таблички. Основная функция – информационно-предупредительная, напоминать водителю последовательность действий по управлению транспортом. Размещаемые в салонах информационные таблички предназначены для информации пассажиров об организации перевозок на транспорте. ООО «ИКАР ЛТД» изготавливает информационные таблички на основе самоклеящихся пленок, листового пластика или алюминия. Способ нанесения изображения и надписей – методом шелкотрафаретной печати или лазерной гравировки. Информационные таблички обладают масло- и бензостойкостью, устойчивы к деформациям во время эксплуатации. ООО «ИКАР ЛТД» осуществляет плоттерную резку цветографических схем спецавтомобилей. Полиция, школьный, Почта России, Минтранс, МЧС, Миндорхоз, Минсоцобеспечение и других, соответствующих требованиям ГОСТ и ведомственным стандартам. ООО «ИКАР ЛТД» освоила полный цикл изготовления продукции от разработки до готового к продаже изделия. Это позволяет не только полностью контролировать качество комплектующих деталей на всех этапах производства, но и внедрять прогрессивные технологии. Поставка продукции на конвейер – это уже гарантия качества. Особые требования выдвигаются не только к самой продукции, поставляемой на автосборочные предприятия, но и к качеству управления производственными процессами. На предприятии налажен полный проектно-конструкторский и технологический цикл выпускаемой продукции. Внедрена система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам ГОСТ-Р ISO TU 16949. Имея большой опыт по внедрению в производство новых изделий, ИКАР ЛТД может в короткие сроки наладить выпуск продукции под требования и в соответствии с конструкторской документацией потребителя.